То, что в далеком 45-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя победы отцов и дедов, гордо принести его и передать детям. Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась. Она продолжается в культурной, информационной, политической и экономической сферах. В братской нам стране даже перешла в горячую фазу. А спустя время в уже бывших республиках СССР привело к расколу в обществе. Этот исторический опыт мы игнорировать не можем. И эту данность, которая сегодня существует, мы также игнорировать не можем. Осознание того, что наши предки были великими людьми, это то, что дает каждому новому поколению чувство самодостаточности и гордости за свое происхождение, делает нацию сильной и независимой.